Итак, ребята, этот ролик у нас посвящен ламинатам. В принципе, на сегодняшний день на рынке это самый популярный материал для среднестатистического ремонта, поэтому немножко поговорим о ламинатах. Смотрите, вот у нас лежит ламинат. Он состоит из слоев. Средний слой – это основа из прессованной под высоким давлением древесной плиты. С двух сторон его закрывают защитные слои – снизу и сверху. То, что вы видите, текстуру дерева – это, в принципе, бумага. На ней распечатана текстура дерева, сверху наклеен защитный слой – пленка. Получился ламинат? Получился. Верхний слой у нас может быть гладким, также он может быть рельефным. Тот, который находится у меня на столе, в данном случае рельефный. Ламинаты могут быть с фаской и могут быть без. Этот ламинат, он не имеет фаски, но я настоятельно советую вам брать ламинаты с фаской, потому что, когда вы его кладете, очень естественно смотрится он на полу. Без фаски все-таки видно, что это ламинат. С фаской он больше напоминает паркетную доску или инженерную доску. Что я хочу сказать о толщине ламината? Не экономьте. Ну, если хотите поэкспериментировать, можем вместе поэкспериментировать. Ну что ж, ребята, подписываемся, лайкаем, шерим, присылаем нам вопросы, с удовольствием на них ответим. Спасибо большое, ждем следующих выпусков.